Собирались лодыри на урок, а попали лодыри на каток. Толстый ранец с книжками на спине, а коньки под мышками на ремне. Видят лодыри, из ворот хмурый и ободранный кот идет. Спрашивают лодыри у него: «Ты чего нахмурился? Отчего?» Замяукал жалобно серый кот: «Мне коту усатому скоро год. И красив я, лодыри, и умен, а письму и грамоте не учен. Школа не построена для котят, научить нас грамоте не хотят. А теперь без грамоты пропадешь, далеко без грамоты не уйдешь. Не попить без грамоты, не поесть, на воротах номера не прочесть». Отвечают лодыри: «Милый кот, нам пойдет 12-й, скоро год. Учат нас и грамоте, и письму, а не могут выучить ничему. Нам учиться лодырям что-то лень, на коньках катаемся целый день. Мы не пишем грифелем на доске, а коньками пишем мы на катке». Отвечает лодырям серый кот: «Мне, коту усатому, скоро год. Много знал я лодырей вроде вас, а с такими встретился в первый раз».